Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре хотел вам показать и рассказать, как можно заработать $5 на самом старте в проекте Nux. Его можно отнести как к проектам, так и к майнингам. Майнинги у меня будут выходить в основном в моем телеграм-канале, будут сверху в закрепленных сообщениях мой топ. Те, которые актуальны, будут оставаться в этом списке, а те, которые не актуальны, я буду просто-напросто их вычеркивать. Другими словами, убирать и новыми дополнять вот этот вот прекрасный список. Поэтому, кто еще здесь не зарабатывает, особенно в проекте ОМ, в Бондексе, который готовится уже к непосредственным листингам, там уже нужно будет верификации, как и в проекте Рамин, там тоже нужно будет пройти верификацию, но в принципе все детальные посты будут в моем телеграм-канале, поэтому следите и не пропускайте такого рода раздачи. Итак, для удобства перемещу сейчас на свой мобильный смартфон, чтобы показать вам всю процедуру, как и что нужно нам делать. Итак, все, я переместился на свое мобильное устройство. Как вы можете видеть, у меня куча различных приложений на своем мобильном смартфоне. То есть, сколько памяти у кого позволяет, тот столько и скачивает, и зарабатывает. Либо есть такой еще вариант, когда вы скачали какое-то приложение, набили какую-то определенную сумму монет за какое-то определенное количество времени, вы сохраняете пароль, либо сид-фразу. Далее вы удаляете приложение. Это вариант подходит, у кого мало свободной памяти на своем смартфоне. И далее скачиваете какое-то либо другое, либо какой-то новый, который вышел у меня в моем телеграм-канале, и зарабатываете там. В случае чего, если листинг происходит, либо какие-то новости к приближению проекта на выход бирж, площадок вы его обратно скачиваете и добываете токены до листинга. Сейчас же я хотел рассказать о проекте Nux. Все ссылочки будут в описании под видео и детальный пост в моем телеграм-канале, где вы перейдете, ознакомитесь с различными раздачами, которые выходят там, и я не выпубликую у себя в своем YouTube канале. Итак, что здесь нам нужно? Нам нужно указать здесь электронную свою почту, нажать эти две галочки и нажать следующий шаг. Здесь мы уже придумываем пароль и записываем, то есть мы здесь вписываем пароль и такой же самый пароль, который мы вводили здесь, вводим в нижней строке. И нажимаем создать учетную запись. Все, нажимаем создать свою учетную запись. И нам нужно подтвердить наш электронный адрес в своей почте. То есть ссылочка там будет. Вот такого вот рода у нас письмо выглядит. Мы нажимаем Verify. Дожидаемся загрузки страницы и нажимаем ОК. И все, ничего не делаем. Дождали загрузки, нажали ОК. Никуда не выходим. Самостоятельно мы не переходим в приложение. А ждет, пока нас перебросит в наше приложение. И нажимаем следующий. Тут у нас уже почта прописана. Вводим пароль и попадаем уже в само приложение. Вводим ник, который вы хотите, либо который свободен. Я ник использую один и тот же, будь это игры, какие-то проекты, чтобы, если какие-то там кланы, если какие-то сообщества внутри проектов, чтобы вы могли меня спокойно находить по этому нику. Так, нажимаем следующий шаг, заполняем здесь номер телефона свой и реферальный код. Реферальный код нужно будет обязательно ввести, потому как нам без них не дадут ту самую награду в 500 x-коинов данного проекта, который сейчас на данный момент эквиваленту к $5, а на листинге это может быть уже и 50, и 25 и так далее, то есть это не предугадать. Итак, после того, как мы отправили запрос на код на свой номер телефона, мы вписали код, нажимаем «Подтвердить». И если не автоматически вылазит вот этот код, который будет у меня прописан, то вы просто самостоятельно можете вручную ввести этот код и нажать «Готово». И вот за то, что я ввел этот подарочный код своего друга, я получил 500 коинов стоимость на $5. Дополнительно вы можете приглашать друзей и получать награды. Награды каким образом? Вы за каждого друга сможете получить от 10 до 1000 долларов. То есть это все абсолютно рандомно. И нажимаем Got It. Здесь мы можем дополнительную активность проводить. И тут могут быть всякие ивенты, где дополнительно мы сможем отследить эту раздачу через какое-то время. И просто-напросто ее пройти по любым соц какими-то заданиями. Где же все-таки посмотреть, начислили ли вам эти бонусных 500 токенов, либо же нет. Нажимаем на «Моя страница», далее на вот этот вот кошелек, и у нас отображаются данные коины.
поступают они автоматически, как только вы зарегистрировались. По приложению, в принципе, все. Но есть дополнительная активность. Если мы будем приглашать друзей, нужно пройти некую форму. Сейчас я вам покажу, перемещусь на ПК. Итак, тоже форма будет в описании под видео и дополнительно в моем посте. Кому как удобно будет. Здесь нам указывается, что нам нужно скачать их приложение на свой смартфон. Мы скачали его. То есть мы просто кликаем сюда, либо верхнее. Просто выходим и нажимаем Continuous. Далее нам нужно здесь email заполнить, на который мы регистрировались в приложение Nux. Если у вас нету какой-либо соцсети, будь это LinkedIn, будь это Instagram, будь это у вас Reddit, и другие соцсети, рекомендую вам во всех зарегистрироваться, чтобы когда вы проходите, вы просто перешли на вот этот LinkedIn, ну, оно у меня даже автоматически засчиталось. Видимо, я уже какую-то активность в ихней соцсети на этот проект проходил, какую-либо активность другую. В ТикТоке мы просто подписываемся, в Твиттере подписываемся, здесь ретвит. Ретвиты, как делать ретвиты? Нажимаем на само задание, опускаемся ниже, нажимаем ретвит. Нас перебрасывают на сам проект. Когда оно все подгружается, эта страница, мы никуда не нажимаем. И вылетает вот такое вот окно. Уже готово, чтобы мы нажали. Нажимаем ретвит. Если мы проходим какие-то, будь это другие аирдропы, мы опускаемся ниже и находим вот такой вот значок. То есть две стрелочки. Если нам нужно ретвит, мы нажимаем на слово ретвит. Если нам нужно комментировать и добавить трех друзей, мы нажимаем на эти стрелочки и quad tweet. И таким самым здесь прописываем с собачками трех друзей, которые у вас присутствуют на вашей страничке. От себя ставим лайк и идем дальше. Нажимаем continuous. Здесь нам нужно прокомментировать, пролайкать видео и подписаться. В принципе, по всем заданиям все понятно. То есть, в принципе, все основное я вам показал. Чтобы не затягивалось наш видеообзор, вы пройти это можете все и самостоятельно. Если будут какие-то вопросы, можете обращаться ко мне на почту. Не только по поводу вот этого вот проекта, но и различных других. Будем пытаться решить эту проблему вместе. С чем вы столкнулись? Где же найти мою почту? Все просто. В закрепленных сообщениях вы клацаете один раз, и на второй раз вы столкнетесь с моей почтой. То есть вы на нее нажмете и обратитесь с какой-либо проблемой. Либо можете что-то советовать, что-то подсказывать. За обратную связь буду вам очень благодарен. Ну а на этом все, дорогие друзья. Кто не подписан на мой YouTube канал и не хочет пропускать различные видеообзоры по заработку в интернете без вложений и не пропускать множество различных халяв, подписывайтесь. А кто досмотрел этот видеообзор до конца, всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.